Приветствую. Сейчас будет очень короткий урок. Он поможет тем, кто немножечко не попал в фокус, когда снимал. Вот, собственно, как мой ученик. Он снимал вот эти корабли для стоков, но промазал по фокусу. Попал, ну, фокус где-то вот здесь, наверное, был на воде, а не на корабле. Ну, так как диафрагма здесь была довольно-таки закрыта. В принципе, глубина резкости здесь не очень сильно помешала все вот это изображение снять более-менее качественно. Итак, самый простой способ поднять резкость – это зайти в радиус и вот так вот повернуть немножечко вниз. Вот 0,47 я поставил сейчас. Так как мы сейчас в ноде, то я могу включить, выключить, посмотрите, что будет. Ну вот вы уже видите, что вот здесь вот видно резкость. Значит, я этот параметр не рекомендую очень сильно снижать. Ну вот где-то 0,47, ну иногда может быть 0,45. Вот я сейчас крутика просто кручу, то есть я не циферки вбиваю и не за эту штучку дергаю, а я колесико. Вот, в принципе, колесико, оно на 0,3 снижает, ну, уменьшает это значение радиуса, соответственно, повышается резкость, и этого достаточно. То есть 0,44 это максимум. Причем надо очень внимательно смотреть, что вы снимаете. То есть, если это человек, то даже 47 это может быть многовато. То есть, надо где-то 48, 49. Вот так вот. Ну, так как здесь у нас объект, то в этом случае тут вполне достаточно там от 0,45. Значит, единственное, что у нас изображение все становится более резким. По большому счету, так как мы снимаем здесь корабль, и корабль находится в центре, то чтобы сделать картинку более привлекательной, можно добавить в эту же ноду, добавить маску по центру. Вот таким вот образом. Можно посмотреть Shift-H, к чему у нас применяется маска. В этом случае мы резко сделаем изображение в центре, то есть вот наш объект, то есть вот корабль, а остальное останется таким же, ну, немножко промазанным по фокусу, скажем так. В этом случае картинка будет смотреться выигрышней.